Приветствую вас на своем канале. В сегодняшнем видео я хочу с вами поделиться двумя вот такими замечательными связанными кофточками на размер средней собачки. То есть ко мне поступил такой интересный заказик. И, конечно же, начинаем утеплять собачек. Честно говоря, с таким заказом я сталкиваюсь впервые. Не скрою, была немножечко удивлена, но тем не менее начала искать в интернете и, честно говоря, ничего не нашла. У заказчицы был такой вот, скажем, интересный момент уточнения, чтобы были петельки и пуговички на спинке, то есть чтобы у нас были застежки вот здесь вот на спинке. Перед у меня, как вы видите, связан вот так вот ровненько, красивенько, без каких-либо рассоединений. Я вязала обычной лицевой гладью, не стала ничего, скажем так, мудрить, в общем, и так далее. В интернете ничего не нашла, поэтому пришлось думать самой. И, честно говоря, я очень даже довольна результатом. Смотрите, у меня получается пусть и лицевая гладь, но я сделала небольшие такие вот вставочки другими цветами. Вот такая у меня получается закругленная часть, где у нас животик и нижние, скажем так, лапки. Вот, кофточки получились, на мой взгляд, очень даже хорошо. Вязала я регланным способом, специально связала одну кофточку больше чуть-чуть, другую меньше, чтобы вам показать, что, в принципе, вязание различается лишь только вот здесь вот в ряду прибавления. То есть, если вы сделаете прибавлений больше, то, соответственно, у вас изделие получается шире. Если меньше расширение, то, соответственно, уже. И вот для такого сравнения сделала на второй кофточке капюшончик. То есть, несмотря на то, что петельки у нас здесь и пуговички на спинке, можно сделать такой вот отдельный капюшончик, который можно пристегивать благодаря нашим пуговичкам. Я на спинке сделала пуговички и две пуговички пришила по краям, где могу спокойно прикреплять капюшончик. Точно так же могу его отсоединять. И кофточка будет иметь вот такой вот вид, как первая. Вот, честно говоря, результатом я довольна, и если есть у вас питомец, пожалуйста, присоединяйтесь, свяжем с вами вместе, обязательно выпущу мастер-класс по вязанию вот такой замечательной кофточки. Вот, и, конечно, не забывайте лайкнуть, подписывайтесь на мой канал, всем хорошего настроения, пока-пока!